Камень. Китайский ученый, задает вопрос. Если Бог всемогущ, значит, а Бог всемогущ, по мнению 99.9% реверующих людей, Бог всемогущ. Соответственно, все люди верят. Да. Вот именно так. Можете смеяться. Вы потом, да, все это проанализируете, всю эту херню, короче, в интернете. Но все же. В этом весь прикол, 5-10, это не важно. В том-то и прикол, что я вот пьяный рассказываю вам всем одну интересную историю, которую задал некогда. Некогда. Китайский философ. И вопрос этот не решен до сих пор. Вопрос этот не решен до сих пор. И вопрос этот должны решить вы, господа присяжные заседатели. И вот вам вопрос. Если Господь, создавший землю и все сущее на земле, всемогущ, может ли он силой своей воли и духа создать некий камень, который он не может поднять? Вам ответить на этот вопрос. Если да, может создать камень, который не может поднять, то, соответственно, он не всемогущ. Если же он не может поднять камень, который он не может создать, то он не Господь. Решить эту проблему вам, господа присяжные заседатели. Ну, что еще? Все, можно не снимать дальше.